Сегодня стало известно об инциденте, произошедшем 2 дня назад в Авачинской бухте на Камчатке. По данным штаба Тихоокеанского флота, рыболовецкий сейнер «Донец» столкнулся с находящейся на рейде атомной подводной лодкой «Святой Георгий Победоносец». В результате подлодка получила небольшие внешние повреждения. Реактор остался цел, утечки не произошло. По информации штаба, подлодка во время происшествия находилась в надводном положении. На ней горели навигационные огни. Более того, когда вахтенный увидел приближающийся сейнер, с ним попытались связаться по рации, а потом стали запускать сигнальные ракеты, но «Донец» не остановился. Когда на него высадилась оперативная группа, выяснилось, что капитана на мостике не было, и в штабе флота подозревают также, что экипаж сейнера находился в состоянии алкогольного опьянения. Ракетный подводный крейсер «Святой Георгий Победоносец», спущенный на воду еще в 80-м году, судно довольно известное. В 91-м на его борту побывал Борис Ельцин, а в сентябре 2008-го Дмитрий Медведев. Экипаж подлодки составляет 130 человек, на его вооружении находится 16 баллистических ракет.